Дорогие друзья, здравствуйте! Вновь на телеканале Хабар, супершоу «Кто возьмет миллион?» И с вами я, его ведущий, Серик Акишев. Напомню, на прошлой неделе Берик Дандыбаев из Астаны, на мой взгляд, достаточно неплохо начал игру. О том, как он сыграл, вы узнаете совсем скоро. Пока, Берик, у меня к вам один вопрос. Как прошла неделя с момента прошлой игры? Ну, неделя. Много прочитали энциклопедии, я не знаю, чего-то такого? Ну, на самом деле, я не стал готовиться, но в целом я хорошо отдохнул и думаю... В этот раз у меня получится немного получше, чем в прошлый раз. Хорошо, но Берик говорит как раз о том, что ему пришлось потратить на первых 5 вопросах одну подсказку, помощь зала, но самое главное, она пошла в дело, и вы продолжаете игру, и у вас 50 на 50, звонок другу, также вы можете в любой момент остановиться и забрать деньги, но я надеюсь, что их будет больше. Ну, в любом случае, 20 тысяч есть, но хотелось бы, ну, хотя бы 300, правильно? Болельщик Берика сегодня по-прежнему его двоюродный брат Едель. Здравствуйте еще раз, Едель. Что вы пожелаете сегодня перед началом игры? Брату я желаю удачи, ну, чтобы он не волновался, и были легкие вопросы. Ну, вот теперь тоже человек опытный, я думаю, не должен волноваться. Давайте поаплодируем Берику Дандыбаеву из Астаны. Мы продолжаем. Кто возьмет миллион? Итак, Берик, 6-й вопрос для вас. Он стоит 40 тысяч тенге. Как на суде обычно называют коллектив присяжных заседателей? Альянс, ассоциация, жюри или союз? Наверное, вариант все-таки С. Жюри. Жюри. Это окончательный ответ? Да, окончательный ответ. Итак, Берик, напомню об очень важном моменте в нашей игре. Сложность вопросов по возрастающей. Чем дороже, тем сложнее. Ну, 6 из 40 тысяч обычно легкие. Вы сразу знали правильный ответ. Не волнуйтесь, все хорошо. Конечно, жюри. А вот теперь 7-й 60 тысяч. И он перед вами. Какой из этих городов Казахстана находится севернее остальных? Актобе, Астана, Семей, Усть-Каменогорск. Ну тут Усть-Каменогорск — это восточный Казахстан. Семей — также восточный Казахстан. Я как раз родом между, вот как раз из этих, между этими двумя городами. Актобе — это у нас западный Казахстан. Ну я и отвечу, вариант Б. Астана. Хорошо. И это правильный ответ, друзья. Немножко вы меня застали поволноваться, потому что вы немножко, как мне показалось, по иному принципу. Не в том смысле, что там восточный Казахстан, здесь западный, а просто вот в смысле с юга на север, да, какой севернее. И, конечно, если бы в этом смысле вы поняли, что это сразу Астана, без всяких размышлений. Две подсказки по-прежнему у вас на месте, Берик, и 8-й вопрос перед вами, 90 тысяч тенге. Какая из этих марок пистолетов названа не в честь своего создателя? Браунинг, Кольт, Наган, Парабеллум. Ну, точно бы я исключил вариант Браунинг и Кольт. Наган и Парабеллум, у меня сомнения. Вот, давайте мы возьмем подсказку 50 на 50. Хорошо, компьютер, помоги Берику, убери два хороших неправильных варианта ответа, и вот остались Кольт и Парабеллум. Так, у вас остался... Ну, я, наверное, отвечу вариант Д, Парабеллум. Хорошо, это окончательный ответ? Это окончательный ответ. Парабеллум, готовься к войне. Никакая не фамилия. Конечно, это правильный ответ, поздравляю. Открывайте карты Visa FIFA со Сбербанком и получайте повышенный кэшбэк 7% в барах и ресторанах Алматы. И 9-й уже вопрос, Берик, перед вами. Он стоит 150 тысяч тенге. У вас в активе важная подсказка «Звонок другу». А вот и вопрос. Какая часть юрты считалась мужской, если смотреть от порога? Возле двери центральная часть, правая или левая? Лично я склоняюсь, что это все-таки правая сторона. Но давайте я перестрахуюсь и возьму «Звонок другу». Так, давайте сейчас посмотрим на ваших подсказчиков, Берик. Их трое. Это хорошо, можно подумать, кто точнее справится с этим вопросом, на ваш взгляд.
Зарина Кожмагамбетова, Айдын Халимбетов или Феликс Зачупейко? Все в столице, все в Астане. Кому? Я, наверное, позвоню Зарине Кожмагамбетовой. Хорошо. Зарина, это... Ну, это моя супруга. Как-то вы так... Это, ну, это да. Ваша супруга. Хорошо. Зарина, здравствуйте. Здравствуйте. Серик Акишев, шоу «Кто возьмет миллион». Ваш супруг уже 2 недели здесь в Алматы играет в наше шоу, находится рядом со мной сейчас и решил обратиться именно к вам при вопросе, который стоит 150 тысяч тенге. Очень на вас рассчитывает. Пожалуйста, не забывайте оба о важном факторе этой подсказки. 30 секунд, не миллисекунда и больше. Берег, готовы? Да. Время пошло. Зарина, какая часть юрты считалась мужской, если смотреть от порога? Возле двери, центральная, правая, левая. 22 секунды. Какая часть юрты считалась мужской, если смотреть от порога? Возле двери, центральная, правая, левая. 12 секунд. Возле двери. Думаешь, точно? Думаю, да. Уверена? 5 секунд. Возле двери. Согласны с супругой? Ну, да. Если супруга говорит возле двери. Давайте ответим. Вариант А. Это окончательный ответ. Хорошо. Где-то реклама такая была. Мама сказала на футбол. Что-то, в общем, в этом роде. Но, к сожалению, ваша супруга ошибается. Ну, где же возле двери? Ну, почему возле двери? С левой стороны там обычно висят символы охоты, добычи, удачи. И вот левая дверь – это как раз сторона мужа. Вы были очень близки, правая. Вот немножко надо было подумать. Ну, ничего страшного. Ну, ладно, это вы с супругой уже дома разберетесь, где сторона мужа. Возле двери прям, что ли? Аплодисменты Берегу. Он все равно молодец. Он доверился своей супруге. Пусть сегодня это не принесло удачи, но самое главное – у вас прекрасная дружная семья. Любовь, дети и, ну, такой вот небольшой маленький презент от нас в виде первой несгораемой суммы 20 тысяч тенге под аплодисменты нашей студии. Все правильно сделали. Спасибо, Берег, прошу. Спасибо. А вот теперь могу сказать, что официально мы начали летнюю серию игр «Кто возьмет миллион» в самом начале лета, с только что закончившимся Международным днем защиты детей. Поздравляю детей, родителей, семьи, весь Казахстан. Это прекрасный, замечательный летний праздник. А вот теперь давайте знакомиться с нашими сегодняшними потенциальными миллионерами. Галия Ульбекова, Кальпе. Ерлан Шаймарданов, Алматы. Ольга Черноморец, Алматы. Жамбулат Хусаян, Талдыкорган. Дмитрий Черников, Алматы. Марат Абдулаев, Алматы. Айгерим Кошорова, Кокшетау. Дмитрий Курносов, Алматы. Бауржан Тургаев, Костанай. И Сайлау Ишанов, Алматы. Ну что ж, друзья, вот пришла ваша пора проверить скорость реакции на наших мониторах и... Вопрос спринта номер один, после которого мы узнаем, кто, ну, официально первым сегодня, после переходящего игрока прошлой недели, займет кресло заветное наше миллионерское. Вопрос спринта. Поехали. Расположите эти города по мере увеличения численности населения. Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, Кокшетау. Так, были у нас представители, ну, как минимум, одного города. Надеюсь, это... Ну, хотя вопрос достаточно простой. Итак, правильный порядок. Меньше всего в данный момент в Кокшетау, Усть-Каменогорск дальше, Шымкент и Астана. Вот такой правильный порядок. Кто с ним справился? Ну, молодцы, а половина, а кто был самым быстрым? Так, Айгерим Кошорова, дорогие друзья. 4 с небольшим, аплодисменты.
Поздравляю, Герим, прекрасный результат. Готовы начать игру? Да. Желаю удачи. Прошу приветствовать. Спасибо. Дорогие друзья, с удовольствием вам представляю Айгерим Кошорову из замечательного Кокшетау. Айгерим по профессии и по работе, хотя сейчас находится в декретном отпуске, металлург, дорогие друзья, давайте поаплодируем. Это у вас очень интересная история. Когда вы учились и потом, когда уже пошли работать на предприятии, переживали, да, что ну как бы металлургия, это там домны, сталь, огонь, но в итоге вы работаете в таком очень компьютеризированном процессе. Да, сейчас как бы нету такого, что это только мужская профессия. Сейчас в производстве все автоматизировано, просто сидишь и пульт управления, и очень легко. Сейчас очень многие девушки после университета с удовольствием идут на заводы, фабрики. И это прекрасно. Да. Спасибо большое нашей прекрасной половине человечества за эту важную работу. Давайте наградим аплодисменты. Сегодня у вас болельщик в студии, это ваша подруга Сауле. Здравствуйте, Сауле. Что вы, Айгерим, пожелаете перед началом игры? Конечно, во-первых, я желаю удачи и с легкостью ответить на все вопросы. На все 15 вопросов, дорогие друзья. Вот как раз и о правилах нашей игры, Айгерим, пожалуйста. Итак, перед вами денежное древо шоу «Кто возьмет миллион». В нем те самые 15 вопросов. 15-й точно не легкий, я могу вам сказать, потому что он стоит 10 миллионов тенге. Две несгораемые суммы, 20 и 300 тысяч, и три подсказки, 50 на 50, звонок другу, помощь зала, и всегда можно остановиться и забрать деньги. Хорошо. Все понятно? Понятно. Играем «Кто возьмет миллион» с Айгерим Кошоровой из Кокшетау. Поехали. Итак, первый вопрос для вас, Айгерим, 1000 тенге. Кого обнаружила красная шапочка в постели у бабушки? Дедушку, лесоруба, охотника или волка? Волка. Конечно, это правильный ответ. Так, идем дальше. Вопрос номер 2, 2500. Говорят, что детей находят на капустных грядках, а иногда их приносит эта самая птица. Аист, пеликан, сорока или страус? Вариант А, аист. И это тоже правильный ответ, конечно. Третий вопрос перед вами, стоит 5000. А певица с таким именем есть на российской эстраде. Береза, сосна, пихта, елка. Вариант Т, елка. Это она, верно. Четвертый вопрос, 10 тысяч. А какой цвет имеет паприка? Белый, зеленый, красный, черный. Вариант С, красный. Красный, и это правильный ответ. Вот мы с вами так быстро и легко добрались до первой несгораемой суммы. Вопрос номер 5 стоит, Айгерим, 20 тысяч тенге. Как еще называют эпоху Возрождения? Мезальянс, перформанс, реверанс, ренессанс. Вариант Т, ренессанс. Конечно, это правильный ответ. Вам не обязательно знать номер карты. Переводите деньги по номеру телефона на любую карту мира в Сбербанк онлайн. Все три подсказки у вас по-прежнему на месте. И готовы продолжать? Да, готова. Шестой вопрос, 40 тысяч тенге. Что из перечисленного не планета, а спутник? Титан, Меркурий, Сатурн, Нептун. Так, Сатурн и Меркурий точно планета. Я думаю, вариант А, Титан. Он спутник, по-моему, Сатурна. И это? Это вариант А, Титан. Хорошо. Не просто спутник Сатурна, крупнейший спутник Сатурна, друзья. Аплодисменты нашей умнице. И перед вами, Айгерим, седьмой вопрос, стоит 60 тысяч тенге. Какая из этих казахстанских рек имеет и исток, и устье в пределах нашей страны? Это Ишим, Или, Урал или Нура? Давайте возьмем подсказку зала. Дорогие друзья, возьмите в руки пульты, помогите Айгерим с этим вопросом. Надеюсь, получится у вас. Вопрос вот такой. Какая из этих казахстанских рек имеет и исток, и устье в пределах именно нашей страны? А. Ишим, Б. Или, С. Урал, Д. Нура. Голосуем сейчас.
И что мы видим? 63% с серьезным отрывом за вариант четвертый. Д. Нура. Да. Поверим залу, да. Вариант Д. Нура. Его и выберете? Да, да. Но вы сами, прежде чем обратились к аудитории, какой из вариантов рассматривали? Я тоже думала вариант Д, но сомневалась. Спасибо большое аудитории, что помогли, Агирим. Просто молодцы, браво. Спасибо. Итак, перед вами, Агирим, восьмой вопрос. Стоит 90 тысяч, две подсказки осталось 50 на 50 и звонок другу. Поехали. В каком из этих городов Мухтар Ауэзов был аспирантом Среднеазиатского университета? Душанбе, Ашхабад, Ташкент, Самарканд. Мне кажется, вариант С – Ташкент. Это окончательный ответ? Да, вариант С – Ташкент. Почему? Тогда многие наши писатели как бы учились в Ташкенте. В том числе вы подумали, что и Мухтар Ауэзов. Да, Мухтар Ауэзов, я думаю. И правильно подумала, дорогие друзья. Просто молодец. Прекрасно идете, Айгерим. Если вдруг появится вопрос посложнее, который потребует от вас, наверное, размышления, не бойтесь использовать так называемый метод исключения. Угу. Хорошо? Хорошо. Ну, при этом и еще целых две подсказки у вас на месте. И вот уже девятый вопрос, 150 тысяч тенге. Каково настоящее имя казахского борца, композитора и певца Балуана Шолака? Бейімбет, Нурмагомбет, Нурлыбек или Райымбек? Так как моя мама и сестра, они учителя казахского языка и литературы, я точно знаю этот ответ. Вариант Б – Нурмагомбет. Да ладно? Да. В школе хорошо учила. Пришлось. Благодаря маме в том числе. Да. И у мамы, и у сестры учились? Или нет, только у мамы. Только у мамы. Но в итоге окончательный ответ. Вариант П. Нурмагомбет. Как зовут вашу маму? Бигзада. Скажите ей большое спасибо, она просто молодец. Спасибо. Замечательно. Вооруженная двумя подсказками, вы перед второй несгораемой суммой. Десятый вопрос стоит 300 тысяч тенге. В южнокорейских лифтах этот этаж обозначают не цифрой, а английской буквой F. Второй этаж, четвертый, седьмой или девятый? Давайте звонок другу, воспользуемся подсказкой. Хорошо. Итак, сейчас мы посмотрим на ваших подсказчиков, Айгерим, и выберем того, кто, на ваш взгляд, будет максимально полезным конкретно в этом вопросе. Валихан Бидайбеков, Майнкум, Касым Кошуров, Кокшетау и Жанагуль Бидайбекова в Алматы. Кому? Давайте Жанагуль Бидайбекова. Хорошо, будем звонить Жанагуль. И Жанагуль это... Моя тетя. Ваша тетя, хорошо. Мама помогла. Теперь за помощью тети. Да, не забывайте о самом главном. Время имеет основополагающий фактор в этой подсказке. Жанагуль, здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу договоримся, что вы будете говорить немножечко погромче, хорошо? Хорошо. Итак, сегодня ваша племянница, надеюсь, любимая племянница Айгерим сегодня играет со мной. Мама уже ей помогла опосредованно, вот теперь пришла пора и вам помочь. И при этом, Жанагуль, вопрос серьезный. Десятый, вторая несгораемая сумма стоит 300 тысяч. Айгерим на вас очень рассчитывает. Итак, 30 секунд. Время пошло. В южнокорейских лифтах этот этаж обозначают не цифрой, а английской буквой F. Второй, четвертый, седьмой, девятый. Какой этаж обозначает буквой F в Корее? Второй, четвертый, седьмой, девятый. 18 секунд. Второй, четвертый, седьмой, девятый. Буква F. 9 секунд. Сейчас. Четыре секунды. Я не знаю. Ой, как жаль. Ну да, здесь, наверное, либо ты знаешь, да, и повезло, либо ну совсем не знаешь, и вот здесь не повезло. Вы нам потом, пожалуйста, пообещайте пообщаться со своими двумя подсказчиками. Mm-hmm. Мне очень интересно, если кто-то из них вдруг знал или догадывался. Mm-hmm. Потом напишите нам в соцсетях, хорошо? Хорошо. Есть еще подсказка 50 на 50.
Давайте воспользуемся подсказкой. 50 на 50. И я прошу компьютер брать два неправильных варианта ответа. Остались четвертый и седьмой. Мне кажется, вариант Б четвертый. Окончательный ответ? Да, окончательный ответ. Где-то, может, слышал. Почему? Не знаю, может, где-то слышал, может, видела в корейских фильмах. Сначала думала седьмой, потом немножко подумала. Кажется, четвертый. Где-то подсознание. Смотрите, в Корее звучание одной из цифр очень похоже там со словом «смерть». И поэтому, как суеверные люди, у них часто бывает, сразу проскакивают они этот этаж, либо обозначают его буквой «F». И речь идет о цифре 4, дорогие друзья! Аплодисменты! Айгерим, браво, браво! Итак, я могу вас поздравить с тем, что в любом случае на этой карточке останется ваша вторая несгораемая сумма в размере 300 тысяч тенге. Но, конечно, хотелось бы побольше. При этом, напомню, сейчас, увидев 11-й вопрос, который стоит 600 тысяч, вы ничем не рискуете. Подсказок, правда, нет, но в любом случае отвечайте. Вдруг повезет так же, как сейчас с четверкой. Готовы? Готова. 11-й вопрос, 600 тысяч тенге. Какое всем давным-давно известное изобретение было запатентовано в Австралии в мае 2001 года? Порох, колесо, радио или велосипед? Так, это не радио, кажется. Велосипед. Но здесь, я так понимаю, не знаете. Я не знаю ответа. Куда стрельнете? Давайте вариант Т, велосипед. Хорошо. Там, знаете, какая история? Вот в тот период в Австралии приняли новое законодательство, связанное с патентами, и там была такая штука, что не обязательно до этого проводить экспертизу с юристами-патентоведами. И он таким образом всем уже известное изобретение решил, так сказать, вот, пожалуйста, не проверяли, вот, пожалуйста, оказывается, можно запатентовать даже колесо, к сожалению. А вы ведь были рядом! Ну, знаете, какая история? Там в четверке-семерке, да? Вы же были за четверку сначала. Да. Ну, здесь уже немножечко лимит удачи исчерпали. В любом случае, бурные аплодисменты Айгерим Кошоровой, дорогие друзья. Прекрасная, замечательная игра. Я с удовольствием вам вручаю честно заслуженную вторую несгораемую сумму 300 тысяч тенге от наших партнеров. И бурные аплодисменты еще раз, Айгерим. Спасибо. Вы большая молодец. Спасибо. Спасибо большое. Игра была просто супер. Спасибо. Всего наилучшего. Спасибо. Осуществляйте благотворительные взносы в Сбербанк онлайн. Давайте вместе творить добро. Партнеры призового фонда нашего шоу «Сбербанк» совместно с Visa. Дорогие друзья, очень интересную игру нам продемонстрировал Айгерим. И знания, и удача. Но вот в конце немножечко не повезло. С другой стороны, 300 тысяч тоже неплохо. Посмотрим, сможет ли кто-то из наших потенциальных миллионеров побить ее сегодняшний рекорд. Итак, вопрос спринта номер 2 на сегодня. Расположите эти слова по возрастанию численного значения, заложенного в их названии. Триада, квадрига, декада, монада. Так, надо было подумать. Надеюсь, справились с этим заданием. Правильный порядок, дорогие друзья. Открывает его монада. Продолжает триада, квадрига и декада. Закрывает. Итак, посмотрим, кто справился с этим заданием. Молодцы, трое. Кто был самым быстрым? Совсем небольшим отрывом. Правильный самый быстрый, оказывается, Сайлау Ишанов, дорогие друзья. 5 с небольшим. Поздравляю, прошу ко мне. Вот какие-то доли, сотые доли опередили вы второго игрока. Но вот теперь тут уже скорость не нужна, нужна собранность. Готовы? Да, готов. Давайте сыграем.
Дорогие друзья, с удовольствием представляю вам очередного потенциального миллионера Сайла Ушанов из Алматы, по образованию инженер-экономист. Сейчас работаете в финансовой организации, у вас большая, крепкая, дружная семья и очень большая любовь к жене. Я объясню почему, потому что Сайла нам сообщил, что когда выиграет сумму там от 300 тысяч, сразу просто без разговоров отдаст супруге. Давайте наградим аплодисментами. Но тогда возникает другой вопрос. А что будет, если будет больше, например, 10 миллионов? Семейный совет. Семейный совет. Тоже хорошо. Вот это правильно. Итак, сегодня у вас ваша дочь находится в студии. Здравствуйте, Динара, правильно? Динарочка, здравствуйте. Ну, о том, что вы решите на семейном совете, будет уже после того, когда будет что решать. А сегодня что вы папе пожелаете перед началом игры? Самое важное, хотела пожелать удачи, спокойствия. И мы в тебя верим все. Спасибо. Аплодисменты нашей студии. Итак, Сайла, напомню вам правила нашей игры. Перед вами денежное древо шоу «Кто возьмет миллион?». В нем 15 вопросов последовательных. И 15 стоят те самые 10 миллионов, которые приведут вас к семейному совету. Две несгораемые суммы – 20 и 300 тысяч тенге. И три подсказки – 50 на 50. Звонок другу, помощь зала. И всегда можно остановиться и забрать деньги. Все понятно? Да. Мы играем «Кто возьмет миллион?». Итак, первый вопрос перед вами стоит 1000 тенге. Что обычно ставит после осмотра больного врач? Бутылку, диагноз, свечку, ультиматум. Ответ Б. Диагноз. Конечно, это правильный ответ. Второй вопрос перед вами 2500. Как называются три совершенно одинаковых ребенка? Тройняшки, тройники, троечники или троянцы? Ответ А. Тройняшки. Конечно, это верный ответ. И третий вопрос, 5000. Какой масти будет полностью черная лошадь? Буланная, вороная, гнедая или каурая? Ну, я думаю, ответ Б, вороной. Вороной, это правильный ответ. Четвертый вопрос, целого перед вами, стоит 10 тысяч тенге. Музыкальные коллективы какого стиля назывались бандами? Этот был джаз, регги, рейв или рок? Ну, ответ А, джаз. Джаз-банда, конечно. Итак, первая несгораемая сумма и стоит 20 тысяч тенге. Вопрос номер 5. Какой день казахстанцы отмечают в июле? Защитник Отечества, Конституции, Независимости, столицы. Ответ Д. Столицы. Столицы, совершенно верно. День столицы 6 июля. процентов осталось, 10 вопросов, пока шестой стоит 40 тысяч тенге. Какая империя прекратила свое существование позже остальных? Византийская, римская, османская, российская? Ну, византийскую, римскую мы точно отметаем сразу. Российская у нас в 17 году, вот османская. Ответ царя, османская. Хорошо, это окончательный ответ? Да. С 1292 по 1922, дорогие друзья, Османская империя. Верный ответ. Буквально 5 лет разницы, да, между российской и османской. Итак, седьмой вопрос перед вами стоит 60 тысяч тенге. Имя какого животного носит первый год 12-летнего цикла китайского календаря? Это дракон, кабан, крыса или тигр? Я склоняюсь к дракону, но... Давайте попрошу помощь зала. Дорогие друзья, возьмите, пожалуйста, в руки пульты. Помогите Сайлау с этим вопросом. Все свой год точно помнят, а вот какой первый... Давайте. Имя какого животного носит первый год 12-летнего цикла китайского календаря? А. Дракон. Б. Кабан. С. Крыса. Д. Тигр. Голосуем сейчас. Задумалась наша аудитория, и вот, собственно, результат. 47% за крысу, 30% за тигра, 23% за кабана. Дракона вашего никто не поддерживает. Чё-то я не уверен, честно говоря. В крысе не уверен? Да. Давайте попрошу все-таки звонок другу. Хорошо. В эту стадию.
Итак, подсказка «Звонок другу» и три подсказчика есть у Сайлау. Бауржан Мухамеджанов, Асиль Тлиушева и Айнур Турдалы. В итоге? Бауржану. Бауржану, хорошо. Бауржан — это? Коллега. Коллега. Бауржан, здравствуйте. Здравствуйте. Сири Какишев, шоу «Кто возьмет миллион». Сегодня Сайлау Ишанов играет с нами в этой студии. Вопрос не самый дорогой, стоит 60 тысяч тенге, 7-й по счету, но очень важный с точки зрения продолжения отличной игры Сайлау. Не забывайте, пожалуйста, оба о временном лимите. У вас всего 30 секунд. Готовы, Сайлау? Итак, время пошло. Первый год 12-летнего цикла китайского календаря. Дракон, кабана, крысы, тигра. Первый год 12-летнего цикла китайского календаря. Дракон, кабан, крыса, тигр. Бауржан. Дракон, кабан. Первый год 12-летнего цикла китайского календаря. Дракон, кабан, крыса, тигр. 8 секунд. 7, 6, 4. Бауржан, что-то прям совсем задумался. Только полагаться на компетентность зала. Ответ С. Хорошо, и в итоге ваш ответ? С. С. Сразу надо было это делать. Сэкономили бы подсказку. Спасибо большое нашей аудитории. Вы просто молодцы. Важную подсказку Сайлау сэкономили. 50 на 50. И восьмой вопрос перед вами стоит 90 тысяч. Флаг какой из этих стран имеет форму квадрата? Бельгия, Швейцария, Монако, Люксембург. Точно не Швейцария. Монако или Люксембург, склоняюсь. Монако или Люксембург. Давайте 50 на 50. Хорошо, я прошу компьютер убрать два неправильных варианта ответа. Бельгия и Швейцария. А Швейцарию, между прочим, вы исключали. Тогда... Не, да. Бельгия. Ответ А, Бельгия. Это окончательный ответ? Да. К сожалению, это неправильный ответ, Сайлау. Ох, как мы старались с компьютером вам помочь. Почему-то в голове тут красный флаг с белым крестом. Но здесь, да, и это все правильно. Но форма самого флага, обычно они прямоугольные, да, флаги? Да. А у нее он прям чисто квадратный, уж в самой Швейцарии, вот само полотнище. Волнение некоторое, ну ничего, аплодисменты звучат в нашей студии Сайлау Ишанову, дорогие друзья. Первая несгораемая сумма, 20 тысяч тенге, это не так плохо. Бывали прецеденты, к сожалению, и с меньшими суммами. Не расстраивайтесь. Спасибо. Но вы играли, знаете как? И вот за это вам аплодисменты нашей студии и от меня большое. Играли смело, дерзко. Спасибо. Спасибо, прошу вас. Не нужно ждать и копить, чтобы отправиться в отпуск или сделать ремонт. Оформляйте беззалоговый кредит в Сбербанке по выгодной ставке до 5 лет. Еще раз спасибо Сайлау Ишанову за прекрасную, интересную игру. Ну вот теперь уже кому-то из вас, дорогие друзья, выпадет шанс побить второго игрока. 300 тысяч, возьмите 600, 1 200 000 дальше. Но сначала пройдите спринт. Вот он. Расположите в последовательности Ромео, Тристан, Хозе-Хорпеш и Меджмун их возлюбленных. Лейли, Изольда, Джульетта, Баянслу. На миллисекунду задуматься и потом дать правильный порядок. Итак, открывает его Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Хозе-Хорпеш, Баянслу и Меджмун и Лейли. Кто справился? Молодцы, почти все, кто был самым быстрым. Бауржан Тургаев, дорогие друзья, прекрасный результат по времени. Прошу ко мне. Ну что же, теперь
покажите, как сыграете там. Договорились? Договорились. Хорошо. Дорогие друзья, с удовольствием вам представляю нашего очередного потенциального миллионера. Баржан Тургаев родился, учился в замечательном Костанае, сейчас живет, работает в Алматы. Вы играли в КВН в университете, но и по-прежнему продолжаете... Ну, уже больше так, как в плане режиссера, автора сценария, но не как актер. Баржан, хочу представить вашего друга Евгений. Здравствуйте, Евгений. Что вы пожелаете Баржану перед началом игры? Находчивости и здравомыслия, наверное. Так, как он говорит. Это точно, это важные, важные вещи в нашей игре. Спасибо большое. Итак, Баржан, пришла пора напомнить вам правила «Кто возьмет миллион?». Давайте это сделаем. Перед вами денежное древо нашей игры. В нем 15 вопросов, последовательные ответы на которые могут довести вас до финального, который стоит 10 миллионов. Две подсказки. Две несгораемые суммы – 20 и 300 тысяч тенге. Три подсказки – 50 на 50. Звонок другу, помощь зала. И всегда можно остановиться и забрать деньги. Все понятно? Да, спасибо. Играем с Баржаном Тургаевым. Кто возьмет миллион? Поехали. Итак, первый вопрос для вас стоит 1000 тенге. Какое из этих словосочетаний относится к Деду Морозу? Красный нос, зубами щелк, черное ухо, позолоченное брюхо. Ответ А, красный нос. Конечно, это правильный ответ. Второй вопрос, 2500. Какой характер был у знаменитого Штирлица? Готический, лирический, нордический, таврический? О, ответ С, нордический. Конечно, это правильно. Третий вопрос для вас, 5000. Какой из этих спортивных интервалов самый короткий? Баскетбольная четверть, хоккейный период, футбольный тайм или боксерский раунд? Ну, наверное, все-таки ответ Д, боксерский раунд. Не наверное, а точно. Четвертый вопрос для вас, 10 тысяч. Какая бывает капуста? Амстердамская, брюссельская, гамбургская, роттердамская. Амстердамская не бывает, да, капуста? Ну вот это вот это. Ответ Б, брюссельская. И это правильный ответ. А вот мы добрались до первой несгораемой суммы. Пятый вопрос, 20 тысяч. А что подчинял кот Бегемот из романа «Мастер и Маргарита»? Велосипед, примус, автомобиль или плитку? Кот-бегемот, примус или плитку? Наверное, ответ Б, примус. Это окончательный ответ? Ну да. Это примус. Никого не трогаю, примуса подчиняю. Вот эта фраза из замечательного романа. На самом деле, там в контексте очень здорово перечитать. Да, я недавно перечитывал что-то, да? Я прям вылетел из головы. Прям несколько раз там это бывает, и очень смешно получается ситуация. И шестой вопрос для вас стоит 40 тысяч. Какой из этих фильмов снял не Ахан Сатаев? Перевозчик, хакер, блогер, ракетир. Разум как-то затуманивается. Давайте. Вы имеете в виду наше кресло? Конечно, вообще тут. Давайте все-таки помощь залу. Друзья, возьмите в руки пульт и помогите не оконца, разогнать туман господину Тургаеву. Какой из этих фильмов снял не Ахан Сатаев? А. Перевозчик, Б. Хакер, С. Блогер, Д. Рэкетир. Голосуем сейчас. Девяносто 97% за перевозчика, о котором вы говорили. Ну, все-таки 1%, да, рэкетир? Ну, шучу, конечно. Давайте согласимся залу. И большое спасибо, если это правильный вариант. И в итоге... Ответ А, перевозчик. Перевозчик. Луи Летерье, Кури, Юань. Конечно, перевозчик. Это правильный ответ. Все отлично. А 40 тысяч можно забирать уже, да? Да. Я бы, наверное, так и сделал вообще. Но у вас еще целых две подсказки, вот когда они скончатся, вот тогда можно думать уже о том, чтобы забирать деньги. Седьмой вопрос, Баржан, 60 тысяч. Какое здание в Астане имеет форму пирамиды? Министерство финансов, концертный зал, дворец спорта, дворец мира и согласия. Давайте звонок другу, и самое интересное, позвоним в Астану. Так, хорошо, но это хорошо, что есть в Астане друзья. Итак, сейчас посмотрим на всякий случай, кто у нас. Кенес Тургаев, Кустанай, Любовник Кикаленко в Кустанай и Боржан в Астане. Боржану, да, будем звать? Да, да. Хорошо. Тезка мы. Тезка и... Хороший друг. И хороший друг.
Вы сначала ему все озвучите, а потом уже можно уточнять. Баржан, здравствуйте. Добрый день. Серий Катишев шоу «Кто возьмет миллион?» Ваш тезка, друг Бауржан Тургаев сегодня играет с нами. И седьмой вопрос перед ним стоит 60 тысяч. Мне кажется, он легкий. Вот уверен, что и для вас хотелось бы верить, что тоже будет вопрос легким. Не забывайте, пожалуйста, оба о самом главном. У вас 30 секунд. Итак, время пошло. Какое здание в Астане имеет форму пирамиды? Концертный зал, Дворец мира и согласия. Я могу отвечать? Да. Ну, вопрос на самом деле не сложный, потому что я живу прямо напротив него. Это Дворец мира и согласия. Спасибо тебе большое. Жди в гости. Теперь у меня есть 60 тысяч тенге, надеюсь. Отметим. Как дела у тебя вообще? 7 секунд у нас. Че, как семья, дети? Ничего, спасибо, нормально. Ответ «Д» «Дворец мира и согласия». В итоге «Дворец ответ мира и «Д» согласия. «Дворец мира и согласия». «Дворец мира и согласия». Ага. И это правильный ответ, конечно. Спасибо большое, Балжану. Итак, мы продолжаем, и у вас есть одна важная подсказка. 50 на 50, самое главное, две предыдущие использовали по делу, что называется. И восьмой вопрос, Боже, 90 тысяч тенге. Как называется центральная область урагана? Глаз, рот, мозг, сердце. Ну, сердце урагана или глаз урагана. Так. Ну, хорошо, давайте 50 на 50. Хорошо, давайте попросим компьютер убрать два неправильных варианта ответа. О, как здорово, видите? Так, не зря напомнила подсказки, моя, остались конечно. Глаз и мозг. Давайте все-таки тогда ответ А, глаз. Потому что, ну, мозг как-то совсем уже нет. Глаз урагана. Хорошо. Ответ А, окончательно, да, глаз урагана. Спасибо большое нашему компьютеру вот теперь за подсказку и ответ. Спасибо. Глаз правильный ответ. Ну, теперь, Баржан, уже о подсказках напоминать не буду. Скажу о том, что у вас есть теперь уже 90 тысяч. Боже ты мой. И девятый вопрос перед вами стоит 150 тысяч тенге. А за какой из этих известных английских футбольных клубов болеет королева Елизавета II? Арсенал, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм. Как у вас с футболом, как у болельщиков? Да неплохо на самом деле. А вот о королеве Елизавете не знаю вообще ничего практически. Но в 2005 году у команды КВН сборной Санкт-Петербурга был номер, где королева Елизавета выходила, и она говорила, что Челси, по-моему, была. Вот, может быть, с командой... Так, ну, Тоттенхэм вряд ли, скорее всего, вряд ли. Ливерпуль тоже вряд ли. Вот Арсенал или Челси — это лондонские два клуба. И тут у меня интуиция приходит на ум, и я вижу, что С — Ливерпуль — это, по-моему, очень интересный ответ на самом деле. Давайте ответ С — Ливерпуль. Все-таки окончательный ответ. Да, в принципе, я попал в это кресло, и мне, в принципе, достаточно... Уже удовольствие да, получил. Конечно, то есть, как бы, да. В итоге дайте мне окончательный ответ, пожалуйста. Ответ С – Ливерпуль. Хорошо. Вы же не расстроитесь? Нет. Вы его так вот руками потрогали, этот вариант. Арсенал, правильно. Да. Жалко. Жалко. То есть, в плане Лондона, да, и просто вот надо было здесь... Вот, кстати сказать, память КВНовская вас немножко подвела. Надо потом проверить, там точно ли шла речь о Челси. Там песня в том номере, была, да? Да, там про Челси и Барселона была. Дорогие друзья, аплодисменты Бауржану Тургаеву. Первая несгораемая сумма — 20 тысяч тенге. Мне очень жаль, что здесь, ну, хотя бы не 300. Вот вы прям играли здорово, весело, ярко и задорно. За это вам большое спасибо. Нет, возьмите деньги. Спасибо большое. Так. Насчет там с друзьями отметить, ну, в принципе, на 20 тысяч можно пригласить в кафе. Без проблем. Бауржан ждет, я сейчас так понимаю, да? Или в Астане, например, да? Ага. Спасибо за игру, спасибо. Всего доброго, вам спасибо. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, и...
только хотел сказать, что наше шоу продолжается, но с другой стороны, и так сегодня мы сыграли достаточно неплохо. Был переходящий игрок, целых 3 человека из 10 сели в наше кресло. Бывает, что всего 3 за всю игру садится. Посмотрим, как дела будут на следующей неделе. Напомню, что для того, чтобы стать участником нашей игры, нужно сделать первый шаг. Отправьте смс М1 на короткий номер 3698. А далее следуйте полученным инструкциям. Вся информация есть на сайте milliontv.kz или на сайте khabar.kz. Либо по хэштегу «Кто возьмет миллион?» находите аккаунты нашего шоу в социальных сетях. Там есть вся информация. Либо обращайтесь с вопросами в комментариях. Мы обязательно с удовольствием ответим. Итак, до встречи через неделю здесь, на телеканале «Хабар». И до встречи с 10 миллионами. Очень хочется в это верить. До свидания.